поехали. Надо в тактику уходить, потому что он очень хорошо чувствует позицию. Продолжаем с боснийцем. Да, вот из этого он играет пирца. Как мне не нравятся люди, которые играют пирца. Петя, привет. Да. Слон Е3, что ли, пойти? Ну вот я, когда я вот играю, у меня всегда один план. Закинуть на H6, пойти H4, H5 и дать мат. А здесь, когда вот так вот играют, я играю А3 и не парюсь. Еще раз. Я не понял, что ты сказал, но ладно. Е5, конь G4, слон G1, C5, H3, конь H6, G4. Ладно, давай попробуем. Чисто для радости. Конь G4, слон G1, такая идея. Сейчас мы начнем C5 рвать. Мы пойдем H3, наверное. А на CD? На CD слон D4. Угу. Вообще, конечно, сомнительная идея была. Чересчур. Но, ладно, а давай. Как ему теперь справляться? Е надо играть, да. Е он нашел, хоть это очень обидно, если честно. Если он пошел бы конь H6, у нас был бы перевес. А так у нас его нет. Ну после конь H6 все равно конь E5 идет, да, тоже G4 играть. Вот здесь это выглядит чересчур нагло. Да, мне не нравится, конечно, что я сделал сейчас. Слон C4. Да, вот он начинает рвать эту здесь штуку. Может быть, избавиться от этой пешки? Как-то жалко пешку. Но она такая не особо сильная. Нет, проблема в том, что он сейчас будет пытаться нашему королю мат дать. Из-за того, что король в центре и не успел никуда уйти. В общем-то, бездарно, конечно, белым разыграно было. Но ничего, позиция такая боевая еще. Ну как-то сейчас побьет, наверное, нет? Ферзи поменяются еще. Ну да, если ферзи поменяются, это будет такое счастье для белых. Без относительно меня. Просто позиция такая, что я не знаю, нужно будет... Ну вот хочет, видишь, на d8 ладью закинуть. Надо как-то от этой угрозы избавиться как можно скорее. Так, ну ладно, если сейчас 3-0 как-то успеет, то еще поборемся. Стоп, Е6 нету? Е6, конь D6, это плохое для нас изменение структуры. Может дать ему побить просто? 3? Я не знаю, 3, Фе, слон Е3, слон Е6. Может мат уже пойти давать, нет? Ладно, возьму сам. Е3, надо. Ну какой мат? Здесь у белых хуже по-прежнему. Король, наверное, слабее. Но, ладно, не проблема. Так, ну вот как-то что-то цепляется к пешке А2. Ну, да, король слабее у белых. Ну, король пойдет с другой стороны. Как-то сейчас слон, может быть, под воздействием ладьи встанет на Е6. А, коня решил перевести. Хорошо. Хороший перевод, кстати. Ладно, слон Е2. Не меняться. Самое главное, не меняться. Вся проблема в этой позиции в том, что... Потому что слон С8 не развивается. То, типа, у него был ход F5 неплохой, по-моему. Ладно, возьму. Так, напал куда-то. Это приятно для нас изменение структуры, но... Ну, конечно, позиция очень сложная остается. А почему не H4, наверное? 4 есть план. Ну, у него поле D4 слишком сильное, чтобы я тут мог серьезно рассчитывать на какую-то атаку. Ну, побили и коня на E4. Не, бить это не обсуждается. Стратегически. Но есть активность у белых, я считаю. У белых? Я думал, у черных есть активность. У белых есть активность. Ну, тут одна идея появилась. Ну, она чисто в стиле тебя, если честно. Ну-ка. Вырубят ладьей на D4. А, и за что? Ну, за то, что как бы слон идет на D4, как-то слон на D5 уже королит короля. Ну, так все раз... А, кстати, да, нормальная идея. Вот, кстати, он, по-моему, позволяет. Что это? Потому что это бред, поэтому и позволяет. Ну да ладно. У него нет промежутка, если он ладья C8 там пытается что-то сделать, то ферзь B4.
Ну, это странная идея. Может быть, есть какой-то не смысл. Ну, конечно, по времени. А как защищаться-то ему теперь? Не знаю, на самом деле. А, ну вот он, да, он нашел защиту. Ну, стоп, G5. А нет, надо брать и играть конь E4. Чтобы на F6 не перекрывался. Да, я вижу. Ну, интересная, да. Интересная такая. Это лучше, чем я думал про нее. Видимо, у черных проблемы. Ну, по крайней мере, для блица. Ну, вот видишь, он себе освободил клеточку H7. Все равно у нас такие активные фигуры. От качества, по-моему, особо не радости нет черным. Хочет поменяться. Ну, это я подземнул. Ну, коня как-то, наверное, на c3 ставить. Проблема у нас с первым рядом, понимаешь? Ладно, c4. Ну да, c4 тоже выход. Жалко такого слона, но с другой стороны поле e6 теперь у нас. Играл был больше перевес, конечно. Ну да, ну ничего, позиция игровая. Какой там игровая? Ну лучше по-прежнему белых позиций. Ну и 4 секунды. Так, ну вот напали на ладью. Не, ну белых лучше, я думаю, все равно. Коня, наверное, надо было вести на e6. Коня я веду на f6 после g. f6. Да, по времени выиграли. Ну, интересная партия. Позиция лучше у белых после g5 в конце.